Мать интересовалась только собственной персоной. На меня ей было плевать. Мы не были близки. Красота так кратковременна. Ты испытываешь гнев? Давай поговорим об этом. Еще раз! С этим домом что-то не так. Я знаю. Страшный сон, милая. Да. Клэр, ты в больнице? Вы намекаете на что-то сверхъестественное? Этот дом крайне негативно влияет на ее психику. Я считаю, не стоит туда возвращаться. Это безумие. Не смей говорить так. Нет, 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 нет. Дом моих кошмаров. Скоро в кино.